Ну вот сейчас норм. Платва, прости. Я ушел в себя. Видно, ты не местный. Что тебя занесло на спикерол? Объявление. Кажется, у вас здесь есть какая-то работа для ведьмака. Ну да, сестра мне всю плешь проела. Вот я для вязчего спокойствия и вывесил объявление. По правде сказать, я и не рассчитывал, что кто-то заинтересуется. В чем дело? Да вот жених у сестры пропал. Люди болтают, что он просто сбежал из деревни. А она вроде как видела, что его чудище утащило. Ну давай, говори. Мне кажется, ты не веришь в эту историю с чудищем. Всякое между ними было. Нильс бегал за юбками, и сбрить сладить непросто. Но все-таки семья — это святое. Ты займешься этим делом? Наградку давай-ка побольше. Думаю, найти этого Нильса будет непросто. Так что награда слишком мала. Если ты приведешь его домой, то я денег не пожалею. Я бы хотел услышать точную сумму. Сперва я хочу услышать, что стало с Нильсом, в точности. Так, ну чё там? Хорошо, давай 315. Боги тебя оставили? Да за такие деньги можно... Хорошо, 300. Боги тебя оставили? Да за такие деньги можно целую деревню нанять. Ладно, немножко, давай 255. Согласен. Я слишком сильно его раздражал. Неважно. Посмотрю, что можно сделать. Для начала я хочу поговорить с твоей сестрой. У Нильса и Брит было любимое место. У скал к северу от деревни. С тех пор, как он пропал, она все время там сидит. Спасибо, я пойду к ней. Где? Там? Ну давай. Эй, Брит! Я тебя на британский флаг порву. А, ловили, да? Так, вот здесь может еще здесь есть. Капец. Дьявол, ты не... Давай-ка. Поговорим с тобой. Я не знаю, может ты что-нибудь заберешь тогда? Вау, ты просто... На, это забери. Это забери. Это можно брать. Это... Что-то как-то дорого. Ты забираешь вообще капец. Продам кого подешевле? Да, я не ошибся, подешевле продам. То 8. Давай. Целых 8 крон. Вах! 8 крон. Слишком много. Я как будто его обдираю. Норма ставитянка знает свое дело. Стиральная машина работает. А ты сидишь и нихера не делаешь. Ты ж. Где британский флаг? Я бы тоже убежал от тебя, знаешь. Смотрю, как у тебя волосы прогружаются. Если не постоянно так прогружаются, я бы тоже убежал. Я должен с тобой поговорить. Оставь меня. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Ты видела, как пропал Нильс? Видела. Тень. Огромные крылья. Будто туча прошла по небу. А потом я услышала крик. Оно схватило его и унесло в сторону пещер на побережье. Но он был жив. Кричал мое имя. Я попробую его найти. Надо осмотреть пещеры, о которых говорила Брит. Где эти пещеры? Плотва! Платва, мне придется 500 метров с тобой ехать. Как тебе такое? Платва такая, твою мать, опять с ним тусить. Господи, боже мой. Платва, почему ты там, когда я здесь? Почему ты появляешь постоянно за спиной? Ты следишь со мной? Ты хочешь посмотреть какой-то... Вот девочка, вот начало тверка. Тверк начало. Не хватает только какого-нибудь желтого костюма или какой там был. Без понятия. Так вот, платва, про тверк. Я, конечно, все понимаю, но ты реально подходящий кандидат на этот танец. Как тебе, допустим, вот ты подходишь такая, да? Надеваешь на себя какие-нибудь ритузики, лосинчики,
И начинается музыка такая вау-вау-вау-вау, такая мелодичная, мелодичная, потом кто-нибудь говорит дроп, и так... Вот так вот. О-о-о-о, fucking shit! Так, а чё здесь? И чё здесь? Ладно, поехали. Чё у нас тут по... Ну, бывает! Останьте его! И покой! Ты видел, как чувак отлетел? Тут все законы аэродинамики! Просто вот уничтожены были! Так, что это хоть было-то? Лагерь бандитов. А, где оно? А где все вкусняшки-то? Это все вкусняшки? Это все? Это все? Это все? Это... А, укрепленные сидельные сумки, может они прикольные? В 70-100? Да пошли вы в жопу! Шатал я это все. Эх, все это было зря. Привет. Эх, дурашки, какашки. Так вот, платва от Верки, вот ты бы смогла это сделать, нет? А если за деньги? Вот за деньги. Представляешь, приходишь ты и начинаешь вот... По идее, это как ты сходишь, допустим, в туалет. А, и проделаешь то же самое. Я просто не уверен конкретно в том, что ты, что, в том, что люди делают в уборной, но всякое может быть. Девочки при этом делают селфи. Отдохни. Ну, я пошел, платва, мы потом с тобой продолжим потом. Пока что можно поговорить с собой, допустим. Здесь воняет водолью. Трупоеды. Утопец, что тебе надо? Не могу поднять Нильса в воздух. Эй. Так-то обидно. Так-то обидно снова. Критическим уроном досталось сразу двум ублюдкам. Что тут? Следы сирены, очень большой сирены. Постоянно какие-то одни утопцы, мать их. Следы сирены? Это она Тверк танцевала или чё? Слишком много про Тверк. Ну давайте про что-нибудь другое, например, про... Я не думаю, что на утопцев будет, блядь, черный гриб, так ведь? Чё ты зарылся, а? Козлына. Утопцына. Чё вам надо на? Мелюзина, безумная и грозная владычица глубин. Видно, когда-то ей здесь воздавали почести. Окей. Странная окраска чешуи. Это необычная сирена. Мутант? Та же самая чешуя, что и на алтаре. Путь мелюзины возник не просто так. Наверняка это ехидна живет очень давно. Когда-то она впала в спячку, а теперь проснулась и проголодалась. Ехидна всего лишь? Ну хорошо, что там против ехидны? У меня же есть масло против вампиров, да? Мелюзина. Нет, это гибрид. Масло против гибридов. Суккубы клевые. Так, масло против гибридов. Такое у меня есть. Масло против гибридов. Масло против гибридов. Есть. Улучшенное масло против гибридов. Ингредиентов переступня не хватает. И медвежьего сала. Ну, понятно, значит будем использовать. Да, как в прошлый раз, в принципе.
Ну, не делай этого. Но вот он уходит просто. Грандиозно. Я зажимаю купоч... Видимо, дальность. Не знаю. Вообще насрать на тактику. Я снова зажимал. Слушайте, мне... Какого хера? У меня перестал работать знак. Что за бред? Уже вблизи, и вдалеке, и в жопу ему уже засунул эти пальцы. Все равно ему что-то не нравится. Что здесь? Что это за какахи? Это ты? Это, наверное, братан. Какая-то тварь уронила его с большой высоты. А значит, Брит не обманывала. Ну давай, сразимся. Ты не будешь броняться? Я ж тебя так убью. Вау, ты сложный капец. Обосраться. Я просто торчу. Уровень сложности зашкаливает. Все, два удара на труп. Лол. Ну там хоть сиськи-то... О, нет, это такие сиськи, да, они такая... Нет. Кстати, как долго подыхает. Нет. А вот. Господи. Где трофей чудища? А почему не показали, как он с призрака вырезает? Вау, это было просто капец как сложно. Я сложности охерел. Так. Плотвинушка, плотвинчик. Ну, ты, естественно, здесь не покажешься. Придется пешкодралом выходить. Еще и по воде. Вот ж сакс. Ладно, хоть утопцы не угрожают моей жизни. Я не пойду направо, там, наверное, что-то есть, но... Мне абсолютно насрать. Я и так, я убиваю всех. Я убил заказ с трех ударов. Я убил этот заказ с трех ударов, а я вообще без ударов. Сергей Зверев говорит, в общем, да. Так вот, плотва, по поводу Сергея Зверева. Как думаешь? Если Сергея Зверева разукрасить в цвета радуги, то как бы Верховный суд США, он как бы свою эту самую в будущем, ну там, знаешь, 2015 год, мы тут с тобой 1200 что-то как-то такой, вот 2015 год, там все дела, знаешь, бодяга творится, в Америку лучше теперь не ехать, везде одни педерасты и лесболюбы. Так вот, ну, в смысле, это... Эти... полколюбы. Ну, мы-то с тобой нормальные люди, да? Или ты не людь? Да не, знаешь, по сравнению с ними ты люди, по сравнению с этими сраными кроликами. Это зайцы, я понимаю, но я называю их кроликами. Так вот, если его, как бы, покрасить и показать, может быть, они отменят этот... Как бы, ну, принятие вот этого... поправки к Конституцию. Знаешь, вот США будет, и, по-моему, там только вот поправки в Конституцию принимают, знаешь, плотва? Отдохни. Бывает такое, бывает. А медом тебе, мастер-ведьмак. Давай. В пещерах на побережье поселилась старая эхидна. Я ее убил. С трудом. А значит, с трудом? С трудом? Мне утопцы было сложнее убивать. Тело лежит в пещерах. Я должен за ним сходить.
Ты скажешь, Брит, что стало с ее женихом? Сам скажи. Ты сам должен с ней поговорить. Ей понадобится поддержка брата. Не умею я с ней договариваться. Но ты прав. Я сам должен это сделать. Страшно глупо я себя чувствую, что собственной сестре не поверил. Возьми вот. Ты заработал. Бывай. Может, он мне надобавил бы? О! У меня 8 очков умений, хз, куда кидать? Ну, давайте закинем куда-нибудь. Я без понятия, слушайте. Давайте все прочекаем снова. Да, что мне еще нужно? Что мне еще нужно из всего этого? Ну, давайте алхимия, допустим. Порог передозировки? Не. О, кстати, я могу засунуть какой-то скилл, наверное, да? Хотя у меня все есть, как бы. Нет, не особо что нужно. Особенно максимальный уровень здоровья на 500 единиц. Вау. А, уже на 500 там было. Там на 500 было? И не помню. Ну, короче говоря. Сколько мне здесь нужно? Очков потрачено 16. Нужно 20 очков потратить. То есть, чтобы открыть следующую ветку, мне нужно 4 очка сюда куда-то вложить. Ну, во-первых, вот это точно прокачиваю. Так, дальше. Еще нужно 3 вложить. Куда вкладываем? Держая стрелы при парировании. При наведении арбалета время замедляется еще на 15%. Вообще не юзаю. Получив урон, ведьмак теряет на 20% меньше дарения. Вообще насрать. Увеличив шанс нанести критический удар. Ну вот это можно. Но я юзаю в основном тяжелые. Сокращает урон, получаем при уклонении. Вообще пофигу. Ну, давайте это прокачаем. Вовремя поставленный блок отбивает стрелы обратно атакующего. Вовремя поставленный блок отбивает стрелы обратно атакующего, нанося при этом в 2 раза больше урон. Найс. Так. Вихрь. Атака в развороте. Наносящий урон всем окружающим врагам. На протяжении всей атаки расходуется энергия и адреналин. Наносит дополнительный урон пропорционально затраченной энергии. Пробивает защиту врага и увеличивает шанс критического удара на 10%. Очки адреналина увеличивают общий урон на 100%. Кстати, тут же есть всяческие отвары. Я могу всякие отвары сделать себе. Давайте посмотрим отвары. Вот, отвары захидные. Действие, снижающее энергию, восстанавливает здоровье. Как вариант. Знаете. В бою увеличивает сопротивляемость ведьмака критическим эффектом, сокращающим очки жизни. Чем дольше сохраняется критический эффект, тем выше софи... Угу. Урон, нанесённый врагам, восстанавливает здоровье. Это точно. Отвар из успокойника. Увеличивает наносимый урон и снижает получаемый урон в бою с призраками. Отвар из полуночницы. С каждым убитым противником максимальный уровень здоровья ведьмака увеличивается. Можно. Отвар из куролицка. Все алхимические зелья можно использовать один дополнительный раз. Можно. Из волколака. Бег, ускорение, прыжки вне боя не снижает энергию. Найс. Это мне как раз нужно. Отвар из водной бабы. При максимальном уровне здоровья наносимый урон увеличивается. У меня такого не бывает почти. Ну что еще можно сделать? Изохидный, да? Ну это не часто юзаю. Такс. Это так, это просто, чтобы не забыть. Правда, им вряд ли будут пользоваться. А так, после успешной контратаки, наносит плюс 30%. Ну, это так. Пробивает защиту врага, увеличивает шанс критического удара на 10%. Увеличивает шанс критического выстрела из арбалета на 5%. Мгновенно дает 1 очко адреналина в начале боя. Выработка адреналина при ударах мечом увеличивает на 5%. Что-нибудь без этого нужно вообще? Взрывной щит, знак Аксии. Ну. Да, наверное. Ну, кроме вот этого. Можно поставить сюда что-нибудь красненькое. Допустим. Хорошо, 30 очков надо вложить. Вау. Так, а что здесь есть интересного? Увеличивает порог передозировки зельями на 5%.
Масло, нанесенное на клинки с вероятностью 3%, может отравить жертву при каждом ударе. Хм. Хм. Вот это интересно. При присоединении бомб время замедляется еще на 15 минут. Каждый известный рецепт уровня, одного уровня алхимии добавляет 1 очко к порогу интоксикации. Каждый известный рецепт одного уровня алхимии. Каждый известный рецепт первого уровня алхимии. Чего? Что значит каждый известный рецепт? Это вот это рецепт или нет? Я вот сейчас не понял. Окей, вот в этом I need help. Если интоксикация больше нуля, время автоматически замедляется, когда противник начинает контратаку. Начинали контратаку, хз вообще. Ну что-то как-то так себе все. Тебе это все не нужно. Так ведь? Горение, знак Эрден. Я вообще не помню, когда я последний раз использовал знак Эрден. Если опять не будет полуночницы какой-нибудь. На двух противников одновременно. Нет. Все это нет. Ну вот вихрь, допустим, тогда. Активация некоторых умений делает доступны специальные атаки. Чтобы провести специальную быструю атаку, зажмите левую кнопку мыши. Чтобы провести специальную мощную атаку, зажмите левую shift и... Ага, понятно. Хм. А это тоже или нет? А это тоже мощная атака или нет? Ну, наверное, да? Больше тут просто нету ничего. Мощная атака, быстрая атака. Нет, окей. Разрыв. Значит, дополнительный урон пропорционально затраченной энергии. Фак, я бы все их сюда засунул. Давайте вот так, допустим. Сюда вкладывать. Будем эту ветку прокачивать. Я очень надеюсь, что это вот как раз-таки shift зажать и правая кнопка мыши. Это оно и есть, я надеюсь. Ну, потому что это не то. Быстрые атаки теперь вызывают эффект кровотечения. Вот это круто. Хм. Окей. Я прокачался, то я знаю, все. Все, обсессивно-компульсивный синдром у вас закончился, я знаю. OCD. OCD. OKS. Так, и дальше поехали заказы тогда пилить. Что тут есть? Какой следующий? Лихо лесное. Это там. Это тут. Сердце леса тогда следующее. Кстати, можно сюда пробовать сгонять. Знаете, может быть, можно уже там... Может, уже выплата готова? Эй, плотва! Гоу деньги собирать с этих козлов! Плотва, как же... Какой же мы жопе с тобой? Плотва. Плотва, мы это пропустили. Плотва. Почему ты мне не сказал, мол, хозяин, ты еще не послушай это? Хотя! Как ты посмела, плотва? Ты вообще себя видела, нет, в лицо? Так, куда я иду вообще? Почему мне туда, говорят? Она что, здесь? Ёпт. Я даже не знал. Ну, раз я на этом острове, то... Оно как бы само. Само, как бы... Это самое, собственно говоря, да. Вы ничего не поняли, ну и, грубо говоря, зубейте. Так, мне нужен мой процент от выигрыша, срочно. Я не знаю, зачем мне бабло, но я хочу хотя бы завершить этот квест. Или этот квест незавершаемый. Так, кто из вас? А кто из вас-то? Ты? Моя доля где? Я смотрю, дела у вас процветают. Если бы ты только знал, все хотят сражаться на проклятой арене. Значит, и у меня процент какой-то накопился. А как же? Пожалуйста. Пожалуйста. Скиллиги, одно удовольствие. Заходи еще. Тут у нас будут твориться великие дела. Помяни мое слово. Надеюсь, ты прав. Удачи. Хоть денег дали. Сколько? Сосите мою палку, понятно? Из-за 20 крон сюда шел. Из-за 20 сраных крон сюда шел. Вы знаете что, возьмите и, короче говоря, и все.
Давайте же разгоняем. У нас тут нет уровня. Странствуя по Скеллиге, Геральт встретил отчаявшегося человека по имени Лотар. Кто-то наложил на его сына могущественное проклятие, которое из дня в день высасывало из мальчика жизнь. Ведьмак знал, что если быстро не развеять чары, парень умрет на руках у родителей. Упс, по-моему, мы немножко тормознули. Где он? Так, где он? Фак. Сейчас прибегает такой, сори, просто в пробках стоял. Так вот, кстати, продолжая тему-то, да, перемещение между локациями. Вот, тут по всему, там, с одного острова на другой можно прийти за, я не знаю, там, за 40 минут игрового времени, да, а вот в каком-то городе, плотва, вот я тебе говорю. Пошла. 3 часа на это нужно, вот, наиграть. Понимаете, в чем суть-то мегаполисов? Да? Пробки постоянные, хер передвинешься, дышать нечем, а тут... Так, что у вас, судари? Я от вас немножко поглючил. Смилуйся. Кому я дом оставлю, если... Могу я тебя оторвать от молитв? Можешь. Они все равно ничего не дают. Что такое? Говорят, на тебя наложено проклятие. Ну да. Гляди. Видишь лошадиную голову на жерди? Это... Нитинг. Разновидность проклятия. Я уже видел такие. Они приносят несчастье, иногда даже смерть. Да. На нем вырезано имя моего первенца. Тьялвы. У него лихорадка, он слабеет день ото дня. Боюсь, прежде чем сойдет луна, мне придется его хоронить. Я сам пытался снять проклятие. Все напрасно. Давай, я помогу. Я могу тебе помочь 2 способами. Во-первых, я могу уговорить того, кто поставил Нитинг, чтобы он сам снял чары. А могу отразить проклятие обратно, написав имя проклявшего на жерди. Так или иначе, надо знать, кто за этим стоит. Но я никому не навредил. Я не знаю никого, кто мог бы желать мне зла. Значит, придется поискать. Что-то хлопот. Эй, Нитинг! Лучшее средство. Это как кастинг. Тоже, кстати, проклятие в каком-то смысле. Какой-то херней надо будет заниматься. А может, Нитинг, и не продюсирование терпеть. Проклятие. На древке вырезано имя. Тьялвы, сын Лотара. Свет свежий. Здесь стоит осмотреться. Вау. То есть, следы он не мог не оставлять, да? Это что? Женская шаль. Характерный узор. И характерный запах. Погнали. Ох, баба, сейчас, короче, прилетит тебе жопа с ручкой. Сейчас тебе так прилетит, ты охереешь. Я возьму как со всего... Как резко вы это видели? Holy shit. Я аж испугался, подумал, все. Сейчас небо упадет нахрен. Так, сюда, да? Она что, ползла по земле? Как-то ты странно ходишь. Почему? Почему баба так странно ходит? Ладно, еще монстр, я поверю в это, но... Но что, баба? Слишком много запахов. Дальше нос меня не поведет. Надо расспросить об этой шале. Ну ладно. Ты что-нибудь скажешь, Оин? Я ж тебе помогал, нет? А, окей. Пока я не могу этим заняться. Я второй раз уже плаваю, по-моему. Прости, Оин. Так, это купец. Привет. С петухом поговорить? Может, с купцом, правда? Хотя вон там есть алхимик какой-то. Привет. Привет. Ну-ка, что у тебя там есть? Позволишь взглянуть на твои травы? Так, переступень есть? Опаньки, то, что мне нужно. Куплю-ка я 2 штуки. И переступень нужен. Так, кровостой, скорацель. Вот он, да? Тоже 2 штуки. До свидания.
Надо еще посмотреть, что мне нужно. Удачи тебе. Так. Один за одного. Ну, он перезаряжается, да, когда помедитируешь, я так полагаю. Так, алхимия. Алхимия. Масло против огров. Улучшенное масло против... Так. Против бридов. Что мне еще нужно? Глаз Эринии. Я где его высру? Я даже не знаю, кто такая Эриния. Так, окей. Что мне еще может понадобиться? Масло против огров. Инсектоидов. Чем его мне еще нету? Не хватает ингредиентов. Две печени волка. Ну, это насрать. Так. Здесь чего не хватает? Каприфоль, Нострикс и Альбедо. Каприфоль, Нострикс, Альбедо. Ринария. Я ни хера не запомнил, но я сейчас пробую купить. Привет! Так. Черный порошок. Селитра. Аринария. Куплю 6. Это мне не нужно. Паутинник. Нет, нет, нет. Каприфоль. 6 сойдет. Так, это не нужно. Нострикс. Упс, это у меня есть. Есть, 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 есть. Скороцель, кровостой. Так. Помню, все остальное мне не нужно. У меня нету того, что мне нужно. Увидимся. Удачи тебе. Я просто сейчас весь себе инвентарь забью всяким говном. Просто возьму и забью. Так, не хватает. Нужно где-то... Где-то гидроген нужен, который я не нашел. Здесь нужно... Альбедо. А может быть, я могу его сделать? А вдруг? Зириканская смесь. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Ну, а, во. Во-во-во, можно было. Белая чайка нужна. И гидроген тоже можно сделать. Только нужна зеленая плесень. И семена спорыни. Понятно. Семена спорыни и зеленая плесень. Может, у тебя есть? Привет. Плесень не прода... Плесень продаешь? Я даже не знаю, как сделать плесень. Позволишь взглянуть? Так, ну семена спорыни точно есть. Зеленую плесень я не видел. По-моему, не продает. Нет, ладно, неважно. Увидимся. Хорошо, пошли спрашивать. Я просто алхимик увидел, думал, надо закупиться. Купец, может, ты что скажешь? Приветствую. Что хочешь купить? Так. Найс. 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 Я не знаю, зачем я это все купил. Но я это купил. И потратил все свои деньги. Ничего, окупится. Бывай. Так, теперь это все прочитать можно. Фак, серьезно? А, я купил второй, что ли? Ох. Так, тут нету. Вроде нету, вроде нету, вроде нету, вроде нету, 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 нету. Все, вроде здесь все. Капец, здесь столько говна, надо что-то продать, что ли? И здесь столько говна, это все надо продать. Holy shit, сколько всего. Сколько я надыбал всего. Эй, взгляни-ка сюда. Сейчас посмотрим, кстати, на карте.
О, щет, сколько нет. Ничего нового не вижу, кстати. Вот если бы. Вот если здесь. Yes! Это то, что мне нужно было. Это, пожалуй, все, что мне нужно было. Так, а у кого есть инфа-то? Я даже не знаю, у кого. Вот здесь кто-нибудь? Я даже с ней поговорить не могу. Хм. И лучшее оружие ни к чему. Если слабо. Освальд быстрый? Меня называют быстрый Освальд. Помнишь, как в том году я сорвался вместе с. А, это ты. Первый чужак, который хочет участвовать в скачках смельчак. Нет, не поеду я. Может, вдруг. А, собственно говоря, где? У кого спрашивать? Вот никого нет. Пор никогда не забудется. Вот здесь? Да. Чего ты хочешь? О, наконец-то. Может, знаешь, кто носит такую шаль? Конечно. Йона, наша травница. Она вон там живет, в той хате. Вот она обрадуется, что ты ей принес пропажу. Ну да. Очень обрадуется. Дверь такая. Йеннифер, да? Заткнись про Йеннифер. Просто заткни, Хайло. Это хорошо, что я успел закупиться. Здесь, сейчас. Ну, вроде как великана убьют, а потом девок по деревням. Это хорошо, что я закупился у нее. То мало ли. Лотера. И нитинг, который ты там поставила. Откуда ты знаешь? У меня были только подозрения, которые ты подтвердила. Ты знаешь, что Тиалви одной ногой в могиле? И хорошо. Этот ублюдок вообще не должен был родиться. Это я должна была выйти за Лотера. Я. А он бросил меня ради этой неряхи. Пусть теперь получит свое. Он и его хренова семейка. Ты убьешь ребенка из ревности? Ты убьешь ребенка из ревности? Это правда? Тут не в ревности дело, а в гордости. 10 лет мы жили вместе. 10 лет! Я ему готовила, портки стирала, ложи с ним делила. А он бросил меня вот так, без единого слова. Ну и насрать! Вся деревня смеялась. Ну и глупая же эта Йона. И ведь сдалась. Вот уж нет. Не сдалась. И не забыла. Давай-ка снимай все там, по-хорошему. Я хочу, чтобы ты сняла это проклятие. Я это сделаю. Но только если Лотер отречется от сына и вернется ко мне. Вернется. Я передам ему твое предложение. Но, кажется, уже знаю, каким будет ответ. Он не вернется. Ну, полагаю, никого убивать не надо будет, потому что просто рекомендуемого левела нет. Топор никогда не затупится. Поляки такие сидели. О, пацаны! Тут никого не надо убивать! Монстров нет! Какой рекомендуемый левел? Поставим квесту! И тут такие, может, не поставим, никто не заметит, никто не заметит. И реально такие выпустили продажи, такие. И вот человек 2 года сидел, мучился. Он постарел. Знаете, постарел реально, то есть вот за 2 года, ну. Понятно, можно постареть, но он постарел так вот, как будто на 10 лет постарел. Весь посидел из-за этого квеста. Все-таки выпустили продажи, и никто не заметил. А, я заметил, скотина. Я зато приду. Знаешь, кто поставил нитинг? Тебе вилкой буду тыкать. Йона. Твоя старая знакомая. Йона. А я должен был догадаться. Завистливая сука. Чужое счастье ей глаза колет. И что? Снимет она проклятие. Только если ты отречешься от семьи и вернешься к ней. Нет. Никогда. Я бы опозорил и жену, и сына. Обрек бы их на нищету. Ты должен отвести проклятие. Пусть она умрет. Не-не-не, нельзя. Я не сделаю этого. Йона этого не заслужила. А мой сын? Он заслужил? Нет. Но ему не обязательно умирать. У тебя есть выбор. Хорошо. Если это спасет Ялвы, я вернусь к этой змее. А ты... видеть тебя больше не хочу. Так я... Я-то думал то, что можно будет как-то по-другому еще. Ну, как он предлагал,
обратно проклятие запихнуть. Но, окей. Пусть возвращается. Пш, как-то странно. Я... Не знаю. Ладно, давайте сердце леса. Тогда дальше. Такс. Это недалеко, да? Да, погнали пешкодралом тогда. Плотва. Да, плотва. Сколько можно не шевелиться, твою мать? Ты давай показывай мне танцы, шманцы. Что такое? Вот что ты только умеешь что скакать. Ты не можешь взять, допустим, надеть котелок на голову, взять палочку в руки, да, и под смешную музыку из немых фильмов такая... Поделать вот так. Нет, никак вообще. Ни нахера ты мне нужна. Что здесь происходит? Как-то много народу, вам не кажется? Я говорил, чтобы в лес не